полнейший пи***. Слушайте, это реально полнейший пи***. Потому что тот бред, который они несут, особенно... Вот, слушай, у меня реально друзья бомбит. Сука, ты дожил до 2021 года благодаря медицине, благодаря науке. И сидишь в интернете благодаря науке и медицине. И пишешь всякую хуйню про экологию, про то, что природа лучше знает, про то, что природа сама, организм сам поборет любые вирусы, что иммунитет вам, сука, испортило, что города вам испортили иммунитет, ученые, да, прививки вам испортили иммунитет, а от рождения человек такой сильный, от рождения человек такой здоровый. Сука, блядь, где, блядь, откуда вы вообще, блядь, беретесь? Откуда в ваших головах, блядь, эта хуйня? Природа, блядь, создала, сука, тебя, блядь, долбанно. Ты прожил 25, сука, ну максимум 30 лет, блядь, больше ты природе нахуй нужен. Ты в 14-15 лет должен был по меркам природы расплодиться, блядь, и сдохнуть, блядь, чтоб тебя черви съели, блядь, круговорот, блядь, вот этого всего в природе. Вы, блядь, у вас продолжительность жизни, сука, от 30 лет, блядь, до 70 поднялась, блядь, чтобы вы, блядь, могли сидеть в кафе, пить свои ебучие смузи, сидеть в интернете в своих смартфонах, только, блядь, благодаря медицине, наукам и прививкам. Посмотрите, от чего раньше подыхали люди в неиспорченном химии мире, где не было ЕШИ, где не было, блядь, ГМО, где не было, сука, сотовой никакой связи. Посмотрите, от каких болезней они подыхали в 30 лет. Посмотрите, что было 100 или 200 лет назад, какие эпидемии косили людей и как эти эпидемии человек, блядь, победил. Вы, блядь, сука, дожили до этих дней, блядь, ваши родители до сих пор, я надеюсь, живы, все у них хорошо, только благодаря медицине и благодаря прививкам. Вы не сдохли, блядь, и пишите хуй благодаря медицине и благодаря прививкам, и теперь вы, сука, заходите в интернет, ебать, блядь, мы будем дышать, блядь, ландышами, питаться, сука, солнечной энергией, мы все, блядь, био, эко, глютен, сука, фри, отъебись от нас, блядь, врачи, палачи, блядь. Мы вас не звали. Пи***ц, блядь, чё у людей в головах? Просто охуели. Пи***ц в тайгу. Там нету ни 5G, там нету ни врачей, ни лекарств, ни дорог. Блядь. Одни бобры, еноты, блядь, и дикие кабаны. Вот, блядь, живите с ними, блядь, до 100 лет и радуйтесь жизни. Хуй, забыли в наших городах. А мы здесь, блядь, разберемся. Поставим, блядь, прививочки, все чипируемся, подключимся к интернету и будем нормально, блядь, смотреть, блядь, как вы там с кабанами, блядь, играете. Блядь, охуели, блядь, это все. Все, следующая.